До 7 лет лишения свободы грозит за кражу дорогих украшений. Двое злоумышленников в медицинских масках в августе этого года ворвались в один из саритамасских магазинов по продаже ювелирных изделий. Разбили кирпичом витрины и похитили драгоценности на сумму более 200 тысяч рублей. Как сообщает в полиции, одного преступника удалось задержать сразу. Он утверждал, что сообщникам не знаком. Второй пытался сбежать в Сочи. По версии следствия, 11 августа двое мужчин в медицинских масках ворвались в магазин ювелирных изделий, разбили витрины и похитили драгоценности на сумму более 200 тысяч рублей. Одного подозреваемого удалось задержать сразу же, второй около 2 месяцев скрывался за пределами республики. В настоящее время соучастник ограбления задержан и находится под стражей. В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. За грабежем грозит лишение свободы сроком до 7 лет.